В Днепре этой ночью прогремел взрыв. Мужчина заступился за девушку, а в ответ в его сторону полетела граната. Пострадал случайный прохожий. Обо всем подробнее расскажет Елена Миндалюк. Эти кадры сняли свидетели. На них видно, что полиция уже надела на хулигана наручники. История началась с того, что этот мужчина решил выяснить отношения с бывшей возлюбленной. Завязалась перепалка. Заступиться за женщину решил случайный прохожий. И тут зачинщик ссоры достал гранату и выдернул чеку. Да мы вот тут стояли. Угу. Я вот его туда, чтобы чеку обратно на место поставить. Эффект. Ни живот, ни грудная клетка не болит. Так я не знаю ничего. Не кричи, спрашиваю, не болит? От осколков пострадал один из прохожих. Говорит, врачи обнаружили около 30 частиц, но от госпитализации мужчина отказался. Все происходило возле этого киоска. На асфальте следы от взрыва. Пострадал и местный предприниматель. Но о произошедшем говорить не желает. Я считал, что это вообще закрытое заведение. Никогда на Победе не было шумных разборок. По предварительной информации полиции, взорвалась граната РГД-5. Где задержанный мог ее взять, сейчас выясняют следователи. Известно, что у мужчины уже есть судимость. Зараз він затриманий в порядку статті 208. Відкрито кримінальні провадження за статтею 263. Це незаконне поводження зі зброєю та хуліганство, частина 4. Полиция не исключает, что статью могут переквалифицировать на более тяжкую — покушение на убийство. Подозреваемый пока задержан на трое суток. В скором времени ему должны избрать меру пресечения. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Елена Мендрюк, Евгений Кодницов. Подробности, телеканал Интер, Днепр.